Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это ФФА сериал аж на 8 человек. Если вы смотрите этот сериал не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на весь плейлист должна сейчас появиться в верхнем правом углу. Белая круглая кнопочка с буквочкой I. Если там ничего нет, то у вас, видимо, отключены аннотации. Снова играем в вашу любимую Sid Meier's Civilization 5. Карта Пангея, и мне выпала Полинезия. Так как игра получилась длинная, то она разбита на серии. Надеюсь, выходить они будут через день или два после предыдущей. На этом все. Приятного вам просмотра. Создать. Ниндзя Манхэттен строит. Имейте в виду. Поняли. Может мне начать тоже сжигать ученых уже 840. Блин, у него подлодки прямо под моими городами, оказывается. Я ему две уже убил, так что ничего страшного. Ниндзя подготовился. Так. Ну, вот это все нам не надо по-хорошему. Так что... Блин. А бомберы требуют нефти, которой у меня нету, кстати. Еще один прикол. Такая территория огромная, на которой нету нифига нефти вообще. Интересно, уран у меня будет? Жалко, маяк не дает бонуса. А, нет, дает. Для подлодок, не заметил. Может выйти в какое-нибудь бомбоубежище и отсидеться. Отставание по науке нивелировано, кстати, уже видно. Наверняка там у ниндзя 73, там 74. На хвосте у меня сидит. Я предпоследний. Конечно. Предпоследний я, поэтому, конечно, хорошая попытка, но нет. Так мы на одном месте сидим. Да, я понял. Веселая, занимательная история от ниндзя. Ну. Экран покажет ниндзя наш. Ниндзя пытается быть ниндзя, а не полиция. Веселые истории в журнале. Ниндзя наш. Та-та-да-ра-та-та-та. Один ход до проекта Манхэттен.
Ну Швецию что? Ты собираешься воевать с Германией? Атома у меня нет. Урана, в смысле. Отлично. Ну, даже не знаю. А, подожди, так я не ту открыл. Мне надо перебросить войска как минимум, блин. Ну, хорошо, а вот этот пехотинец и легион, которые стоят возле... А, они уже не стоят. Ну, которые, в крайнем случае, стояли возле Сукатая, они нужны или нет? Могу отдать. Да, просто как раз неплохо будет вокруг столицы мне выставить войска. Хорошо, я отдам. Я просто хотел иностранного легиона обновить, а этого... Короче, я войска за фронтом тупо перебрасываю вначале к себе, а там дальше уже видно будет. Ну, легионера лучше к вам перебросить, потому что, ну, у него все-таки этот бонус в чужих краях, мне кажется, он будет выгоден, как бы хотелось. Ну, я даже если его прокачаю, он все равно будет. Да, Сиам, расставь армию вокруг своей столицы, как раз удобно будет убиваться атомной бомбой. Да. Куда бегал? Так, давайте-ка на золото теперь. Ой, на золото, на еду. Опоздал с сжиганием. Меня вот это волнует. Я там хочу лагерь уничтожить. Проходи, только там пехотинец стоит. Я город пока не буду ставить. Это на потом уже. Я просто хочу построить АЭСки, чтобы уран еще остался. Кстати, а кто видит вообще у немца, где уран? Из того, что я открыл, я не вижу нигде. Я тоже не вижу. Швед, имея в виду, у немца 5 самолетов в Мюнхене. А причем, вот и Манхэттен. Причем все 5... Все 5 трипланы. Ниндзя, ты на перехват готов, да, идти? Все-таки у меня уран есть, отлично. Да. Знаете, что я могу сделать? Я просто могу здесь поставить, чтобы не палиться, поставить здесь крепость, и этот уран моим станет. Или в XCOM пойти, блин, так все. Ну, линкоры, кстати, есть. Блин, непонятно. Надо тоже позаботиться линкорами. Да, спасибо за пехотинца и за генерала. Даже 2 там пехотинца. Мне больше деньги нужны, чем войска. Хотя бы преобразую в танки. Танки. У меня минус 20. А могу дать плюс 40? Нет, так тебе же деньги нужны.
чистого золота, чистым. А, в смысле, ты мне плюс 40, а я тебе чистое золото? А, что? Мне надо в танки их преобразовать. Ну, давай, ты мне 40 золота в ход, а я там тебе сколько? 800 чистых. Чё у меня висит? Это наука. Ну вот, немец уже и на первом месте по науке. Вот такой вот он предпоследний. Смеется, смешно ему. Да, а так играл роль. Да я сжёгся. Ну, конечно, ты уже сжёгся. Мы тебя пропалили, можно так сказать. А можно ядерки или атомки? Всё и можно. А, всё можно. Ты думаешь, почему я их строю? Я вот не знаю, идти мне, может, все. Только в биологию мне идти, а дальше все-таки в XCOM. Непонятно. Фига себе, у меня оказывается нефть. Ну, я хорошо, что не открыл. Крем забрал Лёша. Да, я тоже очень рад. Да, наверное, надо рационализм брать. Можно один алюминий взять на ГЭС Швеция? Бери. Я тоже у тебя возьму Швеция. Тоже одну штуку. А нет, лучше две. Спасибо большое. Спасибо. Я немцу потопил уже, наверное, штук 5 или 6 подлодок. А у меня только одно. Ну, молодец. Потихоньку к Гамбургу иди. И скидывай атомку на Берлин. А я уфицы построил, кстати, в итоге, да? Я, собственно, единственный, кто брал. Просто не знаю, стоит мне спешить с... Внезапно с я стал четвертым по очкам. Кстати, у него там инженер есть в Берлине. Походу, это для Хаббла. Ну, то есть в Хаббл можно не спешить.
Окей, пойдем в экскомы. Надо начинать строить парашютистов. И деньги у него есть на ядерку. Я построю. Информационная эра ниндзя. Да, в сателлиты он вышел. Ну капец. Я уже использовал инженера. Ну да, Хаббл построил. Ты на него атомную бомбу когда сбросишь? Я уже строю. Ты еще только строишь? Да. Блин, Скоро давайте ему скинемся деньгами на атомку, че вы? Подожди, у тебя же есть деньги на атомку. У тебя же деньги есть. Ну я сразу в минус тогда приседу по золоту. Ну я могу Я могу спонсировать деньгами. Давай проспонсируй. Проси сколько надо. Так, знаете что? Что это швед говорит? Мы будем парашютистов строить. Сейчас кину тебя. Первая куплена. Ну ты не рассказывай уже вот так все в прямой эфир. Еще скажи, как ты ее повезешь. Ну, вот ну вы мне дали деньги, очевидно, что сейчас я ее куплю. Так, производство. Даже, наверное, побольше парашютистов. Подождем, я не хочу, чтобы пускай они там атомными бомбами кидаются друг в друга. Хотя, конечно, ниндзя удобно на меня скинуть. С одной стороны, а с другой стороны, вроде и неудобно. Подарю сейчас кельту. Хабу. Ниндзя вообще не удивил. Вот вообще. Зачем тебе это было?
А на море у него ничего нет? Гамбург у него на море. Ну, судя по тому, что у него всего один уран, а как бы это не может быть нечетное число, то что-то уже куплено. Или он эти строил? АЭС. АЭС строил. Значит, куплено. Кто там, швед голду кидал, да? Швед будет первым. Ну, я не вижу у него атомную бомбу. Я вижу в Мюнхене 6 самолетов. Так, у меня осталось... Полинезия, у тебя есть уже подлодки? Нет. А линкоры могут их видеть? Нет, а что, он тебе уже все подлодки поубивал? Нет, я хочу просто максимально обезопасить себя. Не удастся. Хитрый какой. Блин, нахрена он мне выдает вот это все? Компьютер. Музыкант просто так не может пройти. Нет. Блин, далековато у меня, видите, а я Оксфорд уже истратил. Видимо, всеми очень любят полинезийскую музыку. Да, это вообще любимая музыка в твоей стране. Какой-нибудь еще ученый. О, отлично. Это я постепенно сейчас выйду все-таки. Я недалеко от ниндзя по-хорошему. Если реально Кель там с ним воюет, то Берлин я могу. Блин, это типа Ниндзя, ты объявил, что ли, войну всем, да? Не, подожди, Абрахам Линкольн объявил войну ниндзя. Ниндзя объявил Михаилу М. Я просто был в оборонительном союзе с шведом. Скажи, так швед объявил войну? Мне объявили войну. Да он уже нагло просто начал делать. Ну, надо было что-то делать.
Блин, нехило у меня минус по счастью сразу стал. Нифига себе. Так. Ну ты смотри, Швед, первая ядерка уже твоя. Меня это не сильно пугает. А кто второй по промке? Швед, да? Да, не знаю, я четвертый вообще. Я уже по грамотности третий, прикиньте, 78%. Вот это. Сколько тебе да. Науки в ходке? Не скажу. Ну, научился. Не рассказывать все всем вокруг. По секрету, секрет. Всему свету. Блин, я же вам все рассказывал. А мы тебе нет. И мы это ценим, ниндзя, не поверишь. О боже ж ты мой. Спасибо. Так, что у него там под Берлином? Ну... Одна территория, так остальное можно... Так, железная дорога тут построена. Тут все построено. Может быть, уже наконец скажете, где находится чудо природы? Какое? Ну, я не знаю, какое конкретно, но кроме старого служаки, большого плато и Кайлас. Шрипада у кельта. А, в каком она городе? Труро. Ага, спасибо. На шведа упала атомная бомба. Блин, Кель, ты когда там довезешь до немца атомную бомбу? Я не понимаю. Да будет вам ее везет. Прям поразительно. Все будет. Все будет как в анекдоте? Нет, все будет, будет. Мне же самому это надо, конечно же, я веду. А что, тут зоопарк уже построен? Обалдеть, построен. Ай, блин. Деньги, нафига мне деньги? Даже, нет, даже не так. Мы будем парашютистов тоже строить. У меня в разных местах планеты есть города. Так, здесь Колизей достроен. Буду, короче, от вас атомками отбиваться. А, это неприкольный ниндзя. Как-то не без выдумки это все. Не, чтобы там отбиваться от нас, например, этими вертолетами. Я вообще не помню, кстати, чтобы в Циве кто-нибудь вертолетами воевал. Я такое тоже ни разу не видел. Были танки пару раз, но чтобы вертолеты, это уже совсем что-то. Ну, кто сейчас быстро скажет, что апается в вертолеты? Ну-ка, ну-ка.
противотанковые пушки. Точно. Тоже такой бред. Уланы апаются в противотанковые пушки, а пушки потом в вертолеты. Ну, странно, по-моему, нет? Да. Блин, может закрыть рационализм лучше? На исчете. Ты там бирку вообще мучаешь? Пусть знает. Ну, вообще он промахнулся. Но постепенно я каждую эту клеточку захожу. С 1997 года 2GIS выпускает одноименный электронный справочник с картой городов. Кстати, это компания из Новосибирска, кто и не знал. 2GIS знает народные места, Хитровку в Москве, Пять углов в Санкт-Петербурге, Тещин язык в Новосибирске или Домино в Екатеринбурге. А в некоторых городах есть даже специальные слои, цены бизнес-ланчей, точки доступа к Wi-Fi и многое другое. Важное качество сервиса – актуальность и полнота данных. Справочники обновляются постоянно, а недавно вышел полностью переработанный мобильный 2GIS для всех платформ. Заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте. Ну, роботикс, видите, никто не открыл. Собственно, как и компьютерс. Так что в XCOM я должен первый выйти. Так, Колизей. Пойдем повоюем с этими, что ли? Блин, так жалко с этими кораблями расставаться, такие прокачанные, знаете, за все. С другой стороны, нету ни денег их апать, ни ресурсов. В общем, кстати, самолетик понадобится в Тонге. Давайте-ка здесь самолет построим. Ну, то есть хотя бы два самолетика, вот бомбить Берлин неплохо пойдет. Хотя у него три планы тут. Хотя их уже тут нету, может, куда-то пересадил. А, стоп, тут уже несчастье, тут все на производство надо. Четыре хода до XCOM-ов. Так, музыкант. Что у меня еще там есть? Генерал и адмирал.
Каргашип. Да. Ученый бы мне сейчас, эх. Попытаюсь, вот сколько у меня, 18 ходов, закрыть рационализм. Смогу ученых за веру покупать тогда. Все, дорога построена. Работает, работает. Тут работает Railroad Connection. Тут даже работает. Чисто за счет этих портов, кстати. А в Генуе есть порт? Видимо, есть. Да, есть. Еще тут тоже будет. Да, плюс 25. Где мне еще счастье взять? Вот вопрос. Так, может, нефть мне все-таки обработать? Где мне еще возможно взять счастье? Война продвигается. Швед, не расскажешь? Ну, стоим, он ядерки просто кидает, и все. То есть такой без фантазии он немного, да? У ниндзя без фантазии-то. Уже строится, тут Колизей будет. Что у нас с великими учеными? Кстати, можно... Следующим ходом первая ядерка попадает на немцев. Ну не зачем ты нас предупреждаешь? Во-первых, его ты, получается, предупреждаешь. Он сейчас будет судорожно искать... Да я все уже под лодками тут разведал. У меня подлодки везде стоят. Палят. Тем более я в начале хода это делаю. 7 ходов, великий ученый. Но у меня XCOM и так откроются раньше. Скажи мне за секунду, чтобы я приготовился. Давай, давай, куда? Я смотрю, наблюдаю, куда ты кидаешь? Сейчас будет. Ну? Да сейчас, секунду. Прогружается ход у меня. Блин, да чё юнит? А, все понял. На Афины первая идет. Я всё. Сверху иду. Сейчас она на Берлин упадет и прибегу. Еее. Красиво. О, да. Не дотягивается просто. Ладно, тут высадим. Не понял, а чё ядерку кто-то скинул на эти острова маленькие под Гамбургом? Там типа армия твоя была? На какие острова? А, да, кто-то кинул ядерку. Народ, признавайтесь. Ну точно не я. Странное решение. А ты, ниндзя, в курсе, что они на морские юниты не действуют, если это ты кидал, чтобы убить?
В смысле, Кельта? Эти каких там, там вроде бы стояли линкоры, я их же убил. Тебя их задело как-то, Кельт? Ну, я видел, как у них ХП упало. Это там, там я когда плавал под лодкой, я видел, что швед переправляет войска. Я думаю, это он против шведа кинул. Ну, ты видишь, Нидя говорит, что он против твоих линкоров кидал. Да нет, там были линкоры. В смысле, они есть, но, короче, не суть. Не действуют, по-моему, атомные бомбы на морские юниты вообще никак. Да? Да. А я там бомбился, ладно. Даже я помню, где, по-моему... Где ты линкор увидел, скажи, Ниндзя? По-моему, я когда-то делал так, что вот, например, у меня ученые, да? Я думаю, ну, уверен, что на меня будут сбрасывать бомбу. Думаю, как спасти ученых? Просто на воду их спускаешь рядом с этим городом, и им ничего не происходит все равно. Я, конечно, могу же сейчас обмануть, потому что я, по-моему, с год или полтора года назад так делал. Может, что-то поправили с тех пор. А, так ты мне этот капер убил. У меня только капер там стоял. Такой, видишь, убивает юнит. Все-таки убивает. Да, убил. Ну или подлодкой раньше затопил, я не заметил. Ну и зачем мне сейчас как бы спонсировать мехами? Ну, я воюю с немцем. Да ладно. Да, я смотрю. А так у меня минус, то есть у меня меньше юниты. Менее сильные из-за этого. Можешь переименовать Афину в Мегатонны. Будет в тему. Ну чё там, Сиам? Ну я согласился. Кельт, убери, пожалуйста, своих топ-пехотинцев. Я просто хочу пройти к Труру, чтобы увидеть чудо. Да, сейчас уберу. Я подожду, да там воюю пока что, если тебе надо, не буду отвлекаться. Но... А кого тебе убрать надо? Ну, пехотинцев, которые возле Дублина тут стоят. А, в крепость. Убегай. Блин, а откуда мне счастье брать будет, интересно? Так, что там на конгрессе предложили? Международные игры. Ну, вы, ребята, попредлагали на конгрессе. У Нинзи самое высокое производство, он это все так играючи потом проведет. Ну, пока он делает, отвлекается, мы его там хоп продавим. Это все и сделано. А зачем в Дублине столько много бомбардировщиков? На всякий случай. Они стоят еще с объявлением мира. Кстати, наверное, даже лучше скинуть бомбу не на Берлин, а на Мюнхен, потому что у немца там куча самолетов. И войск. Даже? А я не вижу Мюнхен, где он находится. А он ниже и... Так, ниже и левее Берлина. Примерно вот, если влево, то на 3 клетки, а потом вниз на... 4 клетки, и там будет... Ну, значит, следующая бомба туда полетит.
Ну, после Берлина. И более того, там у него уран, кстати, еще под Мюнхеном прямо. Замечательно. Не знаю, может, где-то еще у него есть уран, но под Мюнхеном я точно вижу. Понял, почему мне открываю ГНУ, показывают гену. А нет, все, развесло. А если ставить в городе капитал, то разные модификаторы на производство там от религии, от железной дороги, они тоже на него влияют или нет? Так посмотри, наведите, напишется. Но здесь как бы ничего не написано. Ну, в смысле, просто пишется. Значит, о том, не влияет. Что, ну, что типа 25% производства превращаются в золото. Я уже зоопарк построил. Построил. Что ж у меня со счастьем-то такие проблемы? Я не пойму. Хотя я уже со всеми торгую там. Странно. Очень странно. Ну что, упало на Мюнхен, нет? Еще нет. Блин, ничего себе у него тут заслон. Под лодок. Под Гамбургом. Вот это жесть. Атомная бомба в Кёльне. Имейте в виду. Не знаю, правда, куда он ее кидать собирается из Кёльна. Ой, я через три хода в Берлине могу что-то украсть. Прикольно. Интересно, что. Писатель. А скоро у меня там золотой век можно будет запустить? Не скоро, так что писателя мы сейчас используем.
За мировые игры проголосовал, потому что там за второе место дают бесплатную продвижение. Я как раз вот рационализм закрою и смогу ученых покупать. Сейчас будем апать. Дешево стоит парашютисты апать в XCOM, и так что... Блин, не долетает. И стелсы тоже, кстати. Стелсы. Лёша, на это. Что стелсы? У кого-то стелсы есть. Швед, скорее всего. Ну, я в стелсы не я. Уходил. А что ты взял? Я. Не, выходил. Не, подожди, стелсы ни у кого не открыты, это точно. Может быть, лазеры? Стелсы открыты, там 6 ходов остается. Остальные 8. Походу, спутал с XCOM, не будем его разубеждать. А мы, кстати, дальше в стелсы пойдем. XCOM не стелсы. Ой, не стелсы, а XCOM, да, я оговорился. Да, это Лёша, походу. Почему я? Ну ты ждёшь, когда он сбросит эту бомбу на Берлин. Либо швед. У меня нет. Где зоопарк-то? Или тут уже был зоопарк? Точно, тут есть зоопарк. Офигеть. Да. Так на Мюнхен же надо было. Я на Берлин кидаю. Я там инженера у него убил, походу. Его там не было. Все, кинул на Афины, на Берлин, сейчас будет новое. Искомы у Халецкого, кстати. Ну так я чё? Все за все проголосовали, прикольно. Так у Луру все-таки было? Ну, у этого. У Ацтека же. Да, ну просто я вчера спрашивал, мол, есть ли Улуру на карте, по-моему, ниндзя ответил, что его нет. Ну, значит, есть. Да, блин. Нашел кого спросить. Да, все еще есть люди, которые все еще тебе ниндзя верят. Видишь, прям на слово. Что-то в тебе есть, видишь, ты прям врешь вообще напропалую. Нет, все равно. Верят? Я давайте доволен. Глянем. Ага, парашютистов. Природное обаяние такое у него. Очароваш. Няш. Ну что, будешь куда-нибудь бомбу сбрасывать еще на немца в этот ход?
О, этот уже нет. Ну, закончились они как бы. Купить я тоже не могу сейчас. У немца две атомных бомбы в Теночтитлане. Оккупант. Зачем ты мне, Сям, это? Мне его некуда было девать. А как насчет продать просто? Не слишком вычурно. Нужно же как-нибудь потенциальному конкуренту экономику испортить. А что тут у Ацтека раньше нельзя было? Я понимаю, что тут все вырублено, но раньше что тут было? Ну, примерно так же и было. О, да. А кто забрал Красный Форт? Ниндзя. Чально. Так, Кель, ты говори, куда ты будешь кидать бомбу в следующий раз. Потому что у меня уже... Мне сначала надо пробить заслон, у него тут полно подлодок. Просто мои юниты уже на его территории, чтобы ты на меня не кинул. Ну да, когда я буду кидать, я тебе скажу сразу. Согласуем этот момент. Странно, ты ниндзя. Уран не защищаешь. Кто-нибудь видит, где у него еще уран может быть? Ну, вообще у него ноль как бы урана. Я вот когда ядерки кидал, у меня разведалась территория сразу автоматом. И урана я больше у него не вижу. Кроме как в Мюнхене. Ну, Мюнхена я не вижу у него. А сколько от Мюнхена до моря клеток? Может, линкорами там пытаться помочь? О, неплохо. Почему мой ракетный крейсер не хочет мою эту бомбу насаживать? Ну вот чего не знаю, того не знаю. У меня тоже такое, но я выбирал автоматом. То есть не автоматом, а менюшки. Пески метод. Медленно, наверное, продвигаясь, продавливаем. Ну ты видишь, у меня там экскомы высаживают. Молодец, спасибо. Я тоже тут не просто так сидел. Там в обход шел. Три танка в тыл зашли, ему пришлось перевести войска. Я убил пехотинца около Мюнхена, можешь пройти дальше.
У тебя ниндзя академия на вине стоит? Прикольно. Я раньше думал, мол, круто ставить, наверное. Какая академия на меня? Ресурсы, мол, будет такая академия с наукой и золотом еще. Потом узнал, что нельзя. Присоединяется ресурс. Ну, если у него ресурсы уже присоединены, может, и можно поставить? Почему? Это не у меня, кстати, стояло, а у Грека. Не понял. А, это ниндзя, ты кинул бомбу на Мюнхен сам себе, да? Ну ты жесткий. Хочешь повысить популяцию гулей? Да. Да, ниндзя. По жесткачу тут, конечно. Поступил сам на Мюнхен, скинул атомную бомбу, прикиньте. Ну что не сделаешь для того, чтобы отбиться? Ну, вряд ли тебе это поможет, конечно, но хвалю за настойчивость. Так, ученый. Ай-яй-яй. Так, тут нефть, вот тут у него вся обработана. Если чё, не знаю, не вижу я больше у него атомных бомб. А вот у меня ещё уран. Ща мы его... Шверь, где там твои войска под Мюнхеном? Есть чего еще? Есть, конечно. Так, вот теперь апнем. Да, елки. Томили эти варвары. Я понимаю, что сейчас очень интересный момент, но, может быть, на 210 ходу уже закончим, ну, в смысле, сделаем сейв. Ну, завтра кто во сколько может? Я в любое время. Я в любое время, но только не могу с 7 до... 10. Ну и в принципе, наверное, дальше. Там, в общем, до 7 вечера. То есть в самое удобное время ты, собственно, не можешь, да? Вечернее. Да. Тебе так сильно спать, что ли, хочется? Что? Тебе очень сильно спать хочется сейчас. На этом пока все. Продолжение смотрите через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет
распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.